То, что в Харькове не произошло ХНР, это результат вашего давления на Кернеса? Это в какой-то первоначальной фазе, а так в основном заслуга Авакова. А на что такое? 90%. А что такое давление? И не вмешательство Кернеса. Ну, то есть то, что Кернес не перебежал в это же время на другую сторону. А мог? Не знаю, кто знает, какие у него были обязательства. Съезд же собирались проводить в Харькове. А что значит давление на Кернеса? Как это не происходило? Давление, это просто обмен мнениями, скажем так. Вы его пригласили куда-то? Не, ну, у нас была когда тяжелая ситуация, то есть достаточно было перед съездом, это телефонный разговор был. А после того, как он уехал потом из Харькова, они поехали в Москву, прилетел в Женеву, мы побеседовали, он просто... Побеседовали в Женеве. Ну, мы беседовали, не было такого, что как учитель разговаривает с учеником. Это был равный разговор, нормальный. Какие вы аргументы нашли для Кернеса? Он больше, его надо было успокоить и объяснить ему, что ничего не произойдет. Ну, ты избранный народом мэр, живи себе. Ты присягу давал как госчиновник, наверное. Следуй присяге, служи Украине, и я думаю, все будет в порядке.